Мой дед, Румо Василий Тимофеевич, прошел всю Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Воевал в составе Брянского, Воронежского, Центрального, 1-3 украинских фронтов. Освобождал Украину, Молдову, Румынию, Венгрию. Закончил войну в Югославии. Дед никогда не любил рассказывать о своих подвигах во время Великой Отечественной войны, потому что главным героем считал весь советский народ. Только потом, спустя много лет, глядя в его наградные листы, я узнал, что атака на превосходящие силы фашистов в рукопашную, форсирование Днепра и спасение жизни десятков солдат и офицеров, а также уничтожение огромного количества вражеской техники на озере Балатон – это то, за что мой дед был награжден 2 орденами Отечественной войны и орденом Красной Звезды. Наша семья это помнит, никогда не забудет. И наши дети об этом знают.